Всем привет! Прекрасный момент перестал светиться монитор в ноутбуке. Он работает, но монитор не показывает ничего. Ничего, сейчас исправим. Разбираем компьютер. Можно снять оперативную память и почистить дорожки, но мне это не помогло. Разбираю полностью компьютер. Могу полный разбор ноутбука снять, если вы хотите, в отдельном видео. Снимаю охлаждение. Нужно прогреть южный мост. Вот он. Я это буду делать с помощью утюга. Но не забудьте убрать термопасту с кристалла. У меня такой вот совковый утюжок. Хороший, надежный. Ставлю на 7 минут прогреваться на кристалле. Ставим на максимум, на 7 минут. Обязательно, чтобы плоскость утюга лежала точно на кристалле. После 7 минут убираем мощность нагрева утюга до полного остывания. На кристалл наношу чуть-чуть термопасты. При установке охлаждения нужно точно соблюдать последовательность цифр. Если не соблюдать последовательности, может быть перекос, и ваш кристалл будет разрушен.
Ремонт закончен, сейчас посмотрим, засветится монитор или нет. Заработал, но эта процедура не гарантирует ремонта. Это просто оживление на несколько месяцев. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересного.